Вот 4 шага, как справиться с икотой. Гарантированно работают, проверял на себе, на других, всегда дают эффект. Приветствую вас, друзья! Меня зовут Сергей Смоляков, и я являюсь специалистом по оздоровлению организма. Вы знаете, что я много изучаю биофизики, биомеханики и тех процессов, как работает человеческое тело. Изучая все эти вещи, натолкнулся на один способ, как, он был известен ранее, сразу скажу, это не я его придумал, просто я могу объяснить, как это работает. Но суть не в этом. Суть в том, что мы сегодня рассматриваем лайфхаки, да, то есть как с чем-то справиться, какие-то нестандартные методики, но от этого не менее эффективные. Так вот, сегодня мы поговорим о том, как справиться с икотой. Знаете, да, когда человек замерз, особенно дети маленькие, когда они икают, и это доставляет массу неудобств. Как с этим справиться? Я расскажу один способ, который работает в 100% случаев. То есть это гарантированный способ избавиться от икоты. Есть много способов, там, попейте водички, напугайте, там, еще какие-то есть вещи, согреться надо. Он иногда срабатывает, иногда нет, то есть это не гарантированные вещи. Зная биомеханику, мы можем справиться с этим гарантированно. Способ заключается в следующем. Дело в том, что в желудок попадает пузырь воздуха, который пытается оттуда изгнаться организмом. И вот эти вот попытки, они вызывают судорожное сокращение диафрагмы, то есть мышц. И это все проявляется как икота. Как справиться? Как убрать этот кусочек воздуха, который попал в желудок? Делается следующая вещь. Берется стакан, обычный стакан, да? Вот. И наливается водой полной. То есть не половинка, а нужно налить его до краев. То есть до краев, это значит, что до верха. Вот так. После этого нужно сделать следующее. Обязательным условием также является, чтобы стакан стоял на поверхности, которая, вот, край стакана, которая находится ниже вашего желудка. То есть, если у вас желудок находится здесь, то стакан должен располагаться ниже вашего желудка. То есть, если вот здесь он будет стоять, то это не сработает. Он должен стоять ниже, находиться. Что вы делаете? Вы ставите его на край стола и отходите так, чтобы вы могли наклониться. Вам нужно попить будет из этого стакана. То есть нужно набрать, чтобы сдавить желудок, нужно, чтобы в брюшной полости было мало места для желудка. Как это можно сделать? Можно сделать таким образом, что набрать в легкие воздуха. То есть сделать вдох. Набрали в легкий воздух, легкие заполнили грудную клетку. И в том числе забрали часть места у желудка. Нужно, не выдыхая, не делая выдох, наклониться и сделать 3 глотка. И поднимаетесь и выдыхаете. Таким образом, когда вы делаете 3 глотка воды, вы заполняете то место, которое могло еще остаться в желудке. То есть вы его и так сдавили легкими, плюс еще остаток вы заполнили водой. Обычно 3 глотков хватает, можно больше. В принципе, этого достаточно. Если вы до этого икали, то у вас икота совершенно точно, она пройдет. Ее не будет. То есть, еще раз повторим, да, что нужно сделать. Стакан с водой стоит ниже уровня желудка. То есть, если это ребенок, то лучше поставить этот стакан на стол. На стул. Второе. Нужно... Так, еще раз повторю, да? Первое. Стакан стоит ниже уровня желудка. Второе. Вы делаете глубокий вдох. Набираете в легкий воздух. Третье. Вы наклоняетесь и делаете 3 или больше глотков воды. Обычно 3 глотка достаточно. Из стакана.
Почему он должен быть наполнен полностью? Потому что вам нужно, чтобы стакан не наклонять. То есть вы прямо сверху отпиваете вот этот край. Да? И четвертое, вы раскрываетесь, делая выдох. Все. Вот четыре шага, как справиться с икотой. Гарантированно работают, проверял на себе, на других, всегда дают эффект. А вам желаю здоровья, до новых встреч!